это лучше, чем скорчмак нахрен на этом, на свечах. Да. Слышишь, Лёха? Лёха. Щука. Чё? Банк трейд. Я снаружи буду. Космос у кубика Вен закончился, просыпается. Банк, ты кого сванишь? Я проверил кого-то и поменял. Майку покинь, Лёв. Он тут. А, ну всё, значит, только куки. Ставлю рыбу. Кого-то еще досмонилось. Африкашника. А что по паладинам у нас вообще есть, нет? Что-то есть. Да. А нам аура коня помогает дамажить или что? Да. А ты разве не знал? Мне не помогает, по крайней мере. Давай так, бас-лопата водит. Я в куклу. Ну ты в куклу, шаря страхует. Хотя вообще нет, подожди, нихуя. Ты страхуешь, стакаешь Сандер и шаря в куклу. Начинаем. Отошли. Да я не знаю, нет, наверное, если только в Джайне. Разошлись. Надо тебе сейчас зеленый бы откинул бы чашу с них, ты бы нас нацел. Не надо тут бегать. РДД в метку. Отошли от племени. Почему я вижу фантов, которые стоят ближе меня, блин? Если у меня хватает ранжи, у вас точно должно хватать. Стоять в метке.
Лично без красного. Отошли от лужи. Пельмень. В метку стали. По пробку стопаем. Отошли, отошли в луну, быстрее. Почему не забываем шарить? Перевод пошел. По меткам разбежались. Гера. К стене стали ближе. Отошли. Здесь стоим, назад не возвращаемся. Отошли. Я объебал монка, блядь. Блядь, надо было все-таки руку оставлять на руке. Да это было пиздец, как тяжко. Не кажется, ты ошибаешься. Нет, я тебя объебал, блядь. Вообще-то он тебя... А, ты ж по профу чисто, наверное, смотришь. Он, по-моему, выиграл, нет? Выиграл. Он показывает тоже, что я выиграл. Угу, Монг на втором месте. Минус какой-то рекаунт багнутый, короче. Так, глот никому не нужен, все остальное никому не нужно. Квест на кровь, кстати. Типа не выкидывать тебя? Намек такой. А, чего не выкидывать? Ты же его сделаешь нормально, просто возьми его, балл, и все. Внутрь не заходим. Оль, бери квест и это, удалораневый. Портал ей поставьте. Что тебе угодно. До скорой встречи. Всего хорошего. Сколько их вообще, Марина, у тебя сейчас? 45. Обед. Можно было прям добрать на этом КД. Ой, плохо. Ну, шанс есть, в принципе. Так, там смоните туловище, никаких АПК квест идем делать. Туловище самоним убиваем. Кровь банку. Банка взлетает. И потом быстренько перепрыгиваете, идем убиваем. Я здесь все квест взяли.
Нюхач, инспектор, суккубик. Финмас. Куки. Может, пошли без них? Поехали. Бог поможет. Если они маги, да? Или спалец? Не надо наверх подниматься. Блять, вот как в первый раз, честное слово. Вниз его спускайте. И внизу стоит, теперь вниз. Там два тактика стоит. За чем пучнее стоит, тем меньше он прыгает. Поднимаемся наверх. Доливаем оставшиеся книжки. Кого? Нет, не надо ничего. На сверках? Поехали. Так, я на минуту отбежал. Всем пизда. Полетаем-то? Не, уже на рынке.
Ставки будем делать, кто на следующем вихре умрет. Давай. На кого ставишь? На Урса. Сука, а он в рейде? Нет, бля, он почти умер, зачем ты его похилил? А на кого ты говоришь ставишь? Иди в жопу, поле. Так нет уж, раз начал, то давай. Да всё ты, блядь, хуйня. Господь всемогущий, 50634 брони. Нет. Кто-то истый. Вот это да. Саня вылетел. Почем сейчас красный полироли? Ща. Конечно, из Баларан аукцион скажу, Паша. Цифр еще свет не видывал. Ты видел? Нету. Да, ага. Слабые цифры на самом деле. Какие? Долгодух не работает, короче, на... Ты забыл учесть то, что Урсу он остается на этих двух миниках. Собрал маски, пошли. Реально. Просто ты знаешь, что он тут? Это угроза? Нет, это угроза. Крылом-то буду я, это угроза. Ты что? Я уже хочу в третий статик. Флажку, Марин. Третий статик. Крыл Лестон, Пека, Гидру взять, Алиар. Идеальный статик, блядь. Лоткающий будет у вас, ну, да, много таких. А Нуба Краба еще. Кого, кого? А Нуба Краба еще. Польчик. Кто это? Заходить? Тухан. Ну, мы трэш защищаем. Окей, я захожу. Пека старается как может. Одинаковая нанесенка по хелли чисто. Да, Серега, чтобы ты понимал, этот хант пишет, хочет давать 40 и вставляет камни в стамин. Правильно, хороший это даже ловит. Живет больше ключей. Ну да, живой ДД, хороший ДД. Что-то сам не подумал, мне тоже надо стамина там ставить. РПБ уже не виск. РПБ, ну, так себе. Что у нас по группе? У нас у нас тут? Я бы могу, если не понимаю. Тихо, ты там зайдёшь? Тебе её в любом случае надо брать, да, Серёг? Может, у кого-то там вообще плохая шея, её хрен. А ты, ну, последнюю пашку вообще забирал, без ДП.
Щит можно кому? Ну, если Паш не разрешает, выйти на вороту, да. Дайте пристыки спел. Здесь нет души. Батя, души. Видишь, Коки, чё он молчит? Чё там? Страшно. Так что пойду на ворозиду. Суманить меня. Паш, да, да, нет, нет. Чего, давай быстрее. Шупович нам суманить. Оли, наверное. Двигайте. Быдло стоит нахрен, мы закрыл. Осуждаем. Мурло, кнопку на готове. Их, давай быстрее, квест висит. Еще 20 минут. Что с Саней? Он опять вылетел? Он релогается. Ты опять не работает. Блять, как они заебались с этой хуйней. А, вижу, вот стрелок тебя сработал. Так если бы квест взял пих. Что? Показываю скилл. Бесполезно. А, ты же пушбэк точно. Блин. Поехали. Так ближе в миле подойдите, чё вы... Подходите, убегайте обратно. Бля, не кричи, пизду болит нам. Ты, Паш, больше времени потерял, так делаю со вторым кем. Оба тишину создали, блядь. Подходит, если один милик, то один милик карда, да, никак не умрут. Смотри, как у вас хорошо это загонял 104, а сейчас не кусаете. Ну или Серега. Как будто нужен. Спасибо, Мурлок. Я чуть потерялся немножко.
Сани не найти и не нашел. Ну а тогда ДП модул. Первое ДП, потому что меня не укусил, второе ГП, потому что укусил хила. Тебя-то зачем? Я поэтому и говорю, что ГП. Кто там в мелизоне стоит, ебалом торгует, блядь? Блять, сори, я завис. Bad wall. Похоронил немного меликов, сори. Все равно самых не доможешь убить. Сбежались. Ну что с Рогой? Его пофиксили. Его убили. Оо. Ну перед нами укус. Да. 53 тысячи, заебись. А Локи, не надо нерфить, нормально все. Не шуми. Я бы так сказал. Трясите. О, говно. Привет. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Так, накидочку я забарыжил, да? На пустой болтовни. Думаю, что она кому-то нужна или нужна кому-то. С помощью мы пробьемся через зал. Никому не нужна. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Танки, вот это кому-то надо еще, нет? Не. Блять, смотри. У нас есть эти, вон, товарищи-банкиры, чтобы от них была какая-то полезность, чтобы они не просто так были, блядь, банкирами. Что надо? Достать ваши три красные полиролики, три сердоля, записать на его долг на последней закладке ГБ. Бля, сложно. Может, квест точно? Ладно, я сам сделаю, пусть с вами. Да я сделаю, что ты, блядь. Три парурорки, три сердоля и чё? Три красных, три сердоля и все. Ну, три красных камня можешь еще обычно дать вам нагрузку. Не надо, я уже купил. Там просто сейчас цены такие прям кусаются. 3500 красная полировали и три трёшка минималка сердоль. А как это происходит? Записывают на счет на какой-то вышку? На банк. Банковский. Пишешь банковскую карту, если не возвращаешь в течение месяца, списывают. Списывают столько в ней, сколько уже в поле приходит. Спасибо. Значит, надо написать свою карту банковскую, да? Я не знаю, что это не как-то. Да. А без разницы, какой банк? Ну, без разницы, спишут побольше проценты. Обязательно только Газмяс. Только Газмяс банк. Самая крепкая валюта, да? Новеньким ничего не дают сразу. А через сколько новенький становится стареньким? Через год? Как будешь себя вести? Ну, суть не в этом. Суть в том, что какие сроки возвращать это все дело. Ну, типа,
если выставил там на аукцион, допустим, что-то за 10 тысяч там, и знаешь, что продастся там за день, за два там можно, да? 10 тысяч занимать. Ну, типа, нормально, не месяц, не неделю. Забей, я полтора года играю, мне до сих пор там меня не выдают из года. Я 6 воронок занимал, за 10 дней вернул. Потом Тасин нанимает вышибал, и они идут по людям, говорят, где бабки? Да, я работал вышибалой однажды. Пошел выбивать щелика долг. 20 тысяч голды он должен был, и не отдает никак. Прихожу, там такой челик в очках. И он такой говорит: пожалуйста, дяденька, не показывай мне багажник изнутри. Я говорю: ну ладно. Еще десятку себе забрал, снова. Опять какую-то хуйню несешь. Ну да. А что, надо говорить? Типа сейчас хуйня будет. Нужно с ней быстро покончить. Стабильность — это хорошо, как сказал мой корефан. Нет. Вот это правильные слова. Нападай, краса плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя серебряного авангарда. Да можно под силу очистить это пристанище нечестивости. А есть на форуме гайд на ДК танка? Кто-то знает? Нет. По-любому. Нормально вроде нет. Бьерн вроде на кого-то писал, на кого-то из танка. Бьерн по танку. Наоборот, видно. С двуручкой. Кто знает. Бьерна 3. Бьерна надо в третий статик взять еще. Он в гильдии? Не. Испугался, думал, это Бьерн. Наряд какой-то. Не план. Ну, не, это моя очень старая знакомая. С которой я очень долго. Плач кастеровский отсюда. Нужен кому-нибудь? Ты на ДЦ что ли хотел собрать? Да. Ты на ШП на ДЦ. Мне не хватает хасты. Где ты был, когда я прошел? Заходи. Когда ни вагоны не самоним. Саша, я же, блядь, спрашиваю, вот вы АФК что? Да, давай, заходи быстрее. Я не АФК. Ну, может, не слышал, может, я не знаю, что с тобой было. Я же говорил, нужен кому-то плач или не нужен. Тишина, блядь. Я бы забрал его. Давай, заходи, Сэм. Ну пиздец, блядь, а... Он что, не одну не забрал, что еще? Нет, не падало еще ни одной. Шарик тоже релокается. Перезахожу полностью, премка слетела. Я пока-то без мемы. Можете начать, наверное. Мы тебя, думаю, подождем. Можно плодиков танка ешь.
Хотя там есть вот эта облиштука. А кстати, да, плюс работает. Вот облиштука потанчит. И воид потанчит. Поехали. Лево, право, воид. Я лево. Шаря вылетит. Кто там на подстраховке есть? На правую сторону. Нет. Слышно, нет? Слышно? Нету на подстраховке, а что ты? Хорошо, в центр заходите все. На пулы, на войны. Вы про что вообще говорите, блядь? Шаря вылетел. Да и хуй с ним. У тебя второй протовар справа, блядь. А, да? Так я-то не знал просто. Я не вылетел, а перезахожу. Все, все. Я думал, нету танка. Рано обещали, что если меньше минуты, то пускать будет обратно в инст. Я вот за минуту сделал, ну? Вроде да. Если выходит во время босса, то если не заходит на поле, заходит после пола босса, то уже нет. Понятно. Там сейчас мой... Сразу встал. Да я просто думаю, писать что-то хорошее про... Или просто... Мимасик слепить, блядь. Танки нахуй. Лёша, ты тоже что ли прыгал? Вы втроем решили попрыгать на стену, блядь. Давайте оттуда съебутся рестов шаманы, говоришь, Алексей. И там полетает талия. Ну, максимум талия с поликом. Мы, кажется, все стаки поставили. Бля, тут берсерки и что? Интересно, как это проявляется. Больше трэша. Тут трэш увеличивается в зависимости от этого босса. Гость, все хорошо? Что? Гость, все хорошо? А что такое?
правильно понял, что у меня есть босс. Что там, можешь зайти? Эй, жадный маг. Пошли наружу. Сманить, пожалуйста. А, там же квест надо, здесь там. Дамы и господа, нужно присамонить Емайку, не самоним, а вот ссылка, ладно, хорошо. Вообще нужно макросы протянуть. Он АФК написано. Сейчас подойдет. Ну, подойдет время Симон. Погнали в центр. Авкеры, встаньте в центр. Как же лут поменять? Да нахуй он вам нужен. Спасибо, Паш. Мятная часть мятом заявить. Так,
РТД отойдите чутка. Ебалось сейчас. Где наш матрас? Прикров нету у него? Целка. Перед Джайни будет. Ну как раз под Джайни подойдет, наверное. Ему не Джайна нужна, ему нужна Синдра, блядь. И Джайни. Ему нужен ёбаный клык. Одна из бисов. Че, он робота хочет потанчить? Робота нет, но он в очке там. На келе. Если ты не забыл. А шмот у него говно. Как такое забыл? Даже его стрим смотрят. Когда откроется? Еще мелочи. Скоро. Что, у нас на этот раз двойных повышек не будет? Нет. Пека, проснись. А ты кинь клык на разрол, сразу появится. Не, нихуя. Покажу. Я могу использовать эту способность. Нет. Ну что, злостный ФК-шар такой? Ладно, тактика такая, ты даешь войско. Просто постою в стороне. Мне вообще похуй, мне вообще похуй. Сейчас я этому человеку молекуле, блядь, позвоню. Так, ну, расход. А, уже не надо звонить? Нет. Но я все равно позвоню. Да езжай сюда уже к нам. Звоню, чтобы позвонить, я понял. Да, да. Это он как-то, блядь, мне тоже звонил, будил на Эльта, когда уже в рейде был. Лёва, как ты ему звонишь? На Вайбер. Телеграм? А, Вайбер. Вообще надо Ольку заставлять, чтобы она банк тебя будила. Почему? Ну, с одной стороны же. У меня МТС. Водоком. У меня Киевстар. Легче на WhatsApp позвонить. А WhatsApp я не пользуюсь. Ну, блядь, Вайбер, WhatsApp одна хуйня, мне все эти... А тебе телефон постоянно выключен, на чём ты, блядь? Тебе звони, не звони, тебе похуй. Правильно. Кстати, я когда спать тоже включаю Wi-Fi и... Интересно, что мне будет дешевле позвонить этим вот с картофельной грядки товарищам? Он в Украину или одному пихи, блять, его жопу мира? А что пихи держит? Я думаю, цена одинаковая. Не? Откуда он, говоришь? Кто знает, ну, живет там дальше, где-то на льдине, на севере. А, Антарктика. За полярным кругом.
Да, ёб твою бога душу мать. Какой-то злостный напор. Мурлоку убогойся. Нет, не шарят. Отправьте кто-нибудь уже логи с Мурлоком. Пусть понерфят дестриков, сколько можно. Нормально. Дима, самовыпились, сам на себя логи отправь, скажи, я слишком дохуя дохуешь. О, видал. Логи это сами сделали. Так, куда ты говоришь заводить? В ворота, наверх, да? В комнату. Да, да. Ну-ка, давай попробуем. Интересно. А мне нахрен эту дистру тоже. Так, самый быстрый завод на Диком Западе. Это какой такой завод? Как называется? Нет. Завод моба в ворота. Дракона, точнее. Смотри, вот он уже здесь. Удивительно. Ну для чего, ты понял? Нет. А у тебя проблема. Шаря, ну что ты? Слышь, банка. Знаешь, какую хуйню вспомнил, когда Энхам начал тут бегать? А чё вы побежали туда? По-моему, на их первой проблемы. Синдре умер от стаков. Только-только начал. Так, шкаф с амонимом макроса. Черепка. Шкаф поставь, рыба. Мало шарбов. За бесполезный варвар. Почему Маринка ставит? В этом минус 10, да. Мало шарбов. Иди сосать. Нет, соса. Не, ну 6 штук есть, нормально. Чё, блядь? Ты сейчас пойдёшь Вальку, Дима, обсасывать полностью. А мы пока пойдём перекур делать. Причём это будешь делать соло. Похую как. Царство какой... небесное. Джип стоит, починились. Фу, рыба, фрейду, рыбу. Едем. А у нас когда перекур будет? После лича, Паш. Угу. Так, ну что, мне там КД уже все, 3 осколка не получается. Максимум 2 еще. Чалька. Верчина. Бафните пета. Пета, пета, пета. Финмас. Он же все равно умрет. Саня. Не, пета. Каску, кулак по магам обновите просто, чтобы бафнулся. И лапку. Не чем. А, главное кулак. Давайте там шестые. Там пэт дамажит да. Больше меня. Сувы. Ой, пиздец. Чё, они починили её, нет? Сейчас видим. Полик, тебе что-нибудь тело на луке писало? Ага. О? Да. Что значит да? Нет, Тёма, нет. Чё, блять, ходить полгода этот ёбаный прилив тебя выбивать? Все равно у нас ЦЛК пока считается контентом таким. Кстати, может... Убежали. Никаких может нет, Тём. Сколько он у тебя халды хватит? Сейчас, погоди, с личами. Синдром. Понятно.
Лучше бы не спрашивал. Полик и голда, и все, и полик это умер. Пинмас, подними его. Был заказ на мой, кстати. Да. Репав по полиролику без освободил. Киньте туда инер сразу. Она только в обычке сделала медленно вслепающую, вынесли. Не, на же гире. Я думал, может гире тоже меньше начала медленно летать. Правая сторона. Меньше урона по переднему скрепу. По заднему левому тоже стоп. Стаки не набирайте. Сейчас перефаза будет склеп добить последний. Стаки не копить. Триста ГП и все удовольствие, да. Склеп добивается. Геру дай. После притяжки. Она хвостом ебанула и откинула, блядь. Потому что нехуй, блядь, крутить ее. Нахуй вы глыбу разбили. Тихо. Так. Нюхач, стави. Зубы дайте. Зубы. Это фул прожимки есть, давайте уже. Лямы. Я думаю, мы как-то разберемся. Ооо. Тапки, тапки. Тапки. Топ-таракан. Просто заказ от Монка, вы понимаете? Что бурлок не давай. Кто взорвал? Возможно, она... Крестик есть. Так, это не мое, слава богу. Всё. Осколок. Это да. Заказ от Монка. Настя. А можно такого потестить? Да. Майк, да. Прилив и теленас. Ну и чё вы все мимо нахуй бежите, блядь? Паш. Что? Мне жалко. Талик, можно потестить? А, Пека, понял. Всё, ебаш. Да ему тоже типа постольку поскольку, вы можете просто вам паролу кинуть. Проебано. Ну всё. Парол. Потрачено пих. Али ему тут три не алю, блин. Пека, ты будешь хорошим, ты мне её отдашь, я знаю. Нет.
Пика, кстати, гидру хейтил, если что, Пик. Марин, есть ну... осколок? Да, есть. Гидра, между прочим, тоже в третьем статике вот, будет. Хейтер гидры, это Пиха, ты что там, на боссе сдох, что ли? Чё, нет, с бочонка посчастливо. Типа, не хуярил по своим. Я тоже набрался 12 таков, мне понравился урок. Больше 10 не набирал. Ну видишь, там этот, квест показан нормально. Ты какой, Паша? Да, там скрывали. Так. Алис, сваливай с БГ. Свонишь, Ванна? М? Свонишь? Сейчас, подожди. Алис, арест. Так. Это сборище. А, в принципе. Чего сборище? Давай сделаем неожиданный ход. Меня на замену, да? Не, я вообще думал Тимура в Долоран отправить на Лича. Поставьте порт, Тим, прыгни в Долоран, пожалуйста. Слабое звено. Ну, ты шторм, уверен? Шторм поставьте ему. Ну, обосрутся вдвоем, значит, один попиздит на сову, а второй просто пизды получит. Проблема, что ли? Так там еще и Иршам сверху, как ему могут обосраться? Не-не, знаешь? Полироль в стороне. Полика, тебе прилип надо? Мне все надо, у меня одна шмотка только единственная топовая. Зачем? Так, я же тебе сказал, что, блядь, все надо. Здесь он банк, кстати, не держу в курсе. Запы можешь забрать, Кокич. Запы мне не нужны. По Теренадскому надо. Запы с Лича, Кек. Тоже нет, тоже мимо. Если падает и то, то Полику прилив, вон, Шамана, Теренаску. Если падает что-то одно... Если два прилива? Вот вопросов много. Времени тоже тратится много. Два Криса и засунуть их в одно место. Поехали. По Финмасу ребав дайте. Точнее, по WhatsApp. И ты, кстати, в ХКП, а не в танке. Дайте кулак попитому Макросу уже. Космо, дай, пожалуйста, по магам кулак. Попитому Макросу. Танк, который будет танчить широкорей. Тебе берсу нужно снимать? Нет, не надо. Рыба стоит шустрее. Оля, на каком вороне, я не понял. Тимур улетел, все, пизда, МП5 некому бафать, да?
Бафнусь, я всем МП5 бафнул, кому это требуется. Хуёво бафал, Тёма. Назовите ник, кому я, кого этот вот обошел. Пожалуйста, консервин Энх, нет МП5. Риэта, нет МП5. Пиха, нет МП5. Что такое хил? Нет МП5. Это шаманы, да? А им тоже что ли надо? Да нет, блять, нахуй нам шаманам МП5, Тёма. Так они жирные. Быстрее давайте, я запускаю. И помогу каску. Как так получилось, что кулак испарил? Макрос, он же был. Хуй его знает, метку встаньте. Высоко стоит слишком. Ты пройдешь через эти мучения сам. Есть предположение, что кто там бегает? Ага. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Мире. Ушли. Мили. РДД подвинулись. Мурлок чума. Мурлок ДП. Хорош. За что? Я не успел добежать. Ты же пес. Двинулись РДД. Лок, блять, со спринтами, с порталом не успевает добежать. Так я прожал спринты, Алё. Не успел, далеко стоял. Нашли РДД. Паша, подними такую вещь. Хорошо. Видишь, второй раз не умрет. Под заражение не встань только, блять. Понятно. Танка, Мелизона, осторожно. Рибав по полу. И РДД сдвинулись. Оф танк. Осторожно. С выносом. Настя, где стамина? РТД. Тупая белка, понимаю. Просто даже не шевельнулся, блядь. Отошли. У нас что, чумы нет? Не увидеть над башкой луну, блядь, не увидеть дебаф, не увидеть. Паш, тихо, у нас чума есть, нет? Не знаю, нет, наверное. Нет, зальете. Зальем. Духов сюда иди. К краю ближе подвинулись. Саш, сдвинься, дай ему провести. Подведи его, блядь, просто куда. Диспел суккубика. Надо было к шаркарю. К шаркарю надо было. Я с другой стороны был. Ладно, дневного второго забери, просто сливайте все это говно. Куда, блядь, свой багр?
можно, да. Еще один шар РДД слить. Варки схватили, разошлись. Расквернение 6. Ебалом в трон его, пожалуйста, поверни за спину, встаньте все. Разбежались осквернения. WhatsApp. Ой, блядь. Сотка на сову пошла. Пять секунд осквернения. По луже не бегаем за спину рыча, все осторожно. Пал. Хан, который не может бежать. Осквернение 3. Оля. В финале ча валькиры 2 секунды. Хватают, сразу разбегаются на осквернение. Разошлись. Ладьбери. Налича. Валькиры хватают. Внешний круг. Внешний круг спины Лича. Быстрее. Валькиры и сразу осквернение. Он. Спина Лича. Лича на ход валькир. На краю его потом оставишь. Валик, сбейте. Осквернение 3. Бедлол. Дауны. Валька с другой стороны, блять, а не Лич. Перевод. Урон Лича весь. Вальки встань. Я провороту вас насквозь. И вы разлетитесь на ледяные осколки. Леха есть? Потом.
По сферам, две сферы осторожно. Обдотали. Кучнее плечом. Сбежались, раз. Два. И пошли за мной. Я надеюсь, Shadow догадался кого-нибудь взять. Осквернение 8 секунд. Разошлись на центре не лить. Подсап. На печеньку диагонально веди шарик на меня после духа. Видишь, где? Угу. Сюда веди, меняю. Раз. Два. Пошли. В левую сторону. ЭМАС дали, пробежали. Максим, стоим. А, уже все есть. Двигаемся. В угол, в угол, в угол. Пошли. Прошли. Стопнулись. Сейчас двигаемся спокойно. За спину леча все. Слава, не нужно их ловить, их у нас шипы ловят обычно. Начинаешь ловить, они начинают криво лететь. Ну, это избавляет. Так вообще не ловит, что ли? Зачем? Это лишняя нагрузка на хилов. У меня гашение 90% урона идет. Я урон вообще не получаю. Осквернение. Ловишь тех, которых там ШП может проебать, потому что может шар раньше закончится. Или еще что-то. Ну так зачем лишний раз грузить хилов? Прожимки фанковские тратить. Лови, Оль. Раз. Два. Пошли за мной. В правую сторону будем двигаться. В угол.
Осквернение 5 секунд. Осквернение. Олик. ДЦ. Моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордрин. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Можно будет сейчас чай попить, да? Я 5 минут на перекур поставлю. Чтоб себе кофе сделал, это покурили, там и так далее. Блять, почему это говно нельзя скипать, а? Не, я скипну. То, что лич базарит, типа. Ну да, вот сам вот. Сцену. Надо дезурону написать. Да он мувик не может сделать, чтобы тут показывал, блядь, о чем. Уж он какой другой делает мувик с Джайной. Паш, личку посмотришь. Да, что-то Саш, я надеюсь, ты успеешь, давай. Оу. У меня по духам урона больше, чем по вурдалаку. Так, все кушки мяса, хорошо. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Алис, я скажу, куда походить. Сейчас посмотрим, что там вообще. Хорош. Нажми на выход из тела один. Мурлок, скажи мне, кто тебя из двух фростмагов покусал, блядь? Один или второй? Чё? Мне интересно, кто, блядь, Мурлока покусал. Чем укусил? Зубами. Его поранил щит протовара. Ага. О, а вы угадали наполовину процентов. Осколок. Осколок вижу. Значит, поле будет с теренаской. Без меча, но с теренасом. Ну, а лист на следующее крыло зацепим тогда. Уже, в принципе, теренаска будет свободная, 100%. Все, можешь портаться. Была рано из рейда, не выходи, я сейчас за принятое КД накинул. Так, с приливом уже одинаковые, ну, статы, да? Да, абсолютно одинаковые. Тут просто весь смысл в том, что быстрее выпадет полику. Так, что там у нас? Я на рогу? Естественно. Эти хпшки перебивать. Паша, где мили в хиле? А, подожди, а что я открою Баларан? Давай роль план. Думаю, я вам на пинков его буду отдавать.
Да. Наивные, блядь. А тут только твинки. А, не, пеха. В смысле, только да. Твинки и пеха? Я забыл о нем. Еее. Алиса, собирай. У меня на мейне, кстати, коня нет. До сих пор. Еее. Его цыка не угнали, Лёва, я в курсе. Вообще пиздец. Отдай токены, я ухожу. Так. Да не тот. Да карась. Мне главное сундук, чтобы не засирать. Сманите. Так. Сову. Хочу сюда. Спасибо. Гонка на медведя. Так, сколько у нас получается? 12 боссов, да? Еще 400. Все, Алис, можешь выпрыгивать, багаж дальше. Так, ставлю перекур. Ну там после перекура или во время перекура, мне без разницы, усилки перебиваются. А что, обязательно 40к? Да. Все, я отошел кофе делать.
детектив на самонете. Так, что у нас получается по итогу? Куча РДДшников, минимум медиков. Отлично. Мне нравится. Как не знаю, хп. Проспаемся домой, господа. Что, все уже? Колик, если ты сделаешь вот такой вот лукашный камешек, 284-ю пушку, очень сильно испортится карма. Полик, ничего не вставляй и бегай все время. Он так бегал, блядь. Что ты думаешь? Чтобы у деда глаз дергался каждый раз, когда он тебя осматривает. Господин. У меня нету. Бой, дай крик хата. Так, дамы и господа. Проснулись, свалили, стали как обычно стоите, я посмотрю, кого куда перекидывать быстрее. Дима, ты здесь нахуя стоишь? Для массовки, блять, чтобы мне считать было удобнее. Желтый, прием. Так, тут хватает. Суккубик. Монг Иха. Вот отсюда надо кого-то одного явно убирать. Мурлок, Куки. Пердевка. Ром, давай на крест вот сюда. Так, тут будет Тимур. Финмас. Так, Финмас, Вулкан, Наталья. И Куки. Да? Нормально. В принципе. Все, хорошо, вот так остаетесь. Ставлю рыбу.
Саппорт пробиваем, я запускаю. Блин, я мешочек забыл открыть. Лёва водит, шарит Джайну, водит мелких адиков. Космо, оправдание есть, потому что сдох от визга? Там переагр был, плюс ещё сало висело. Поле, трейд быстрей. Не от Космо. Нет, Космо, значит, Космо оправдан. Там выжили только сильнейшие. Блин, что-то мне не хватает на панели в конспеке. Локусского шарда, наверное. Я вовремя спок схватился. Макас вытащить этого купола. Кстати, да. Макросы доставайте с панели, разошлись. На шторм 15 секунд. Вытащите макросы на ебаный этот. Дэв, спасибо, что напомнил Паша. В чем мне не хватает. Потому что может луаш на этой херня вылететь и не прожмется. На щит света. Иди. Дайте довести, не сливайте раньше времени. Сливаем арку. Знаешь, что мне там упомянул? Тася на отводить. Вдруг ты там спящая мишенька. Меньше падает, дайте. Все уже точечно все занимают. Да, земля увел его с моего. Ади, я и мон. Шторм, разошлись. Перешли на другую сторону. Сколько ты штурма? 27 секунд успеешь. Ну. Помогу. Домашки помог. РТД вада свит, что мы все абсолютно быстренько закрыты до шторма. 10 секунд на то, чтобы съебаться на шторм и убить Ада. Быстрее. Гимн ждал. Лёха, есть тотем на ману? Сколько КД? Хорошо.
Напоминаю, адов нужно будет залить в сверх. Закрываем портал и заливаем всех адиков быстренько. Финмас, Лёхи, залей маны. Что такое хил иннер, Финмас? РД по большому. Уже. Еще раз напоминаю, макро жмите, если волшебная херня вылетит. Он будет прижиматься и так далее. Макро нужно вынести на панель. Не тот макрос. Бьет ошибку ебаную. Хорош. Ой, блядь, ну три раза же сказал, вынесите макрос. Пьем, просто звички одинаковые. Луч. Маринку нужно будет поднять. Вот звички, да. Вынесли говно. Кто поднимает? Ты поднимай. У нас лопата уже в КД. Луч. Осторожно. Полоку и декафул ребал должен быть уже. Вынесли говно. Соло закрываю, не надо подходить. Не надо. А вот с Тимуром надо было пошарить, блять. Паша, поднимайте Тимура. Момент, я в говне. Ну я понял, хуёво. Гимна у меня нет. Да, не дебаф, меня говно у меня вынесло. Купол, станьте кто с говном быстрее. Инер вторую, по возможности. Лёха, если есть тотем, скажи. Луч. Ставь тотем. Ставь. Я гимн скинул. Все, отлично. Вынесли. Сука. Сзади черепа метка. Так, я пошел с черепа на крест. Надеюсь, я не уеду, блядь, лучше. А, здесь плавень. Эх, охуенно разбитый плавень. Вынесли. Марина, плавень. Понятно, она висит, походу, дело. Отойди оттуда, Тим. Блять, ну вот серьезно, вы стоите в метке, вы не видите, что у вас лок завис, блять, охуенно. О чем вы смотрите? Я хуй его знает, как на кресте закрывать, тут гора ебаных трупов. Я буду закрывать. Как вернусь. Убивать 7%. Не, понятно. Чё, падаем, да? Падаем. Не было времени прыгнуть в мишку, сука. Блять, ну вот, вот просто, я не знаю, вот тюлени или чё? Ну вот она повисла, да, ее видно, что у нее плавень, она стоит, не шевелится, не кастует, нихуя не делает, блядь. Почему нельзя, блядь, от нее отойти? Ты думаешь, кто-то куда-то смотрит? Ну вообще, я думал, что Тимур хотя бы смотрит. У Тимура, блядь, пиздец, глаза только не уронить там. Thank you.
Чувак, там череп у вас там и так хватает. Ушел в крест, значит. Тим, дай трейд. Не, Сань, по-моему, на метеор прям очень нужно писать, что слышишь, Макрос? Сейчас два фрост мага и полироль полутают по соточке. А за что я? А какого хуя на тебе из-под банка? Где из-под банка? Два из трех фрост маг. Смотри. Один фростмах СПД банка, второй фростмах вообще нихуя, блять. И на аркане сапрот. Почему два фростмага пизды получит, интересно? Ну я же не умер, ничего. Не ебёт меня, блять, сколько раз это повторять вам! Бля, предупреждаю. Тупые хуесосы, блять. Сказано выпить сапрот, значит выпить сапрот, блять. Куда-то погромче. А можно вопрос очень интересный? Я просто, может, я в чем-то ошибаюсь. И это не так будет работать. Но вот я вбит в файл резин. То есть пиздец прямо, да? КЖФ-ка там, сапрот, шмот на резист и так далее. И у меня получено урона от метеоров, который я не должен вообще закрывать, потому что нас ебет. Больше, чем у некоторых. Как, блядь, так? Вы что одеваете на сапрот? Подскажите, я, может, что-то, блядь, не догоняю. Может, ты просто один закрыл метеор? Не. Я один раз вам скажу, что либо вы делаете то, что я говорю, либо полетите нахуй и со статикой, и с гигдей, блядь. Поэтому со стянутым ебалом выпили сапрот, блядь. Оба. Лужица, ну, который кидается. Это было последнее предупреждение. Это комета, да, в этом показывается? Место падения метеора. Место падения... Оу. 38 камней прилетело, алло. Давайте пиздец морально, открываем его. Ты, сука, тупой или чё, блядь, я не пойму, я тебе сказал, выпей сапрот, блядь. Не пизди, не разглагольствуй, блядь, а выпей, ёбаный мудак, блядь. Без вопросов это делается, блядь, без разговоров. Войд, крикни на ХП. Баньк, не сбивай его, крик. Бесполезные хуесосы, блять, я имею наивысший резист к магии, блять. Вместе с монком почему-то пью сапрот, блять. И Олька пьет сапрот. Они особенные, ебаный в рот. Даже мулик, блядь. Потому что ты не вафлик. Ребят, мелкий трэш танчит вой. Я напоминаю.
Следующая моя проверка будет 200 ПП. Потом 500. А потом вы полетите нахуй из гид. Тебе позже завязывают. Нет, там только не буду. Со мной не спорят. Ты меня напоминаешь. Мы переводим? Что быть будем? Паш, мне собирать 15 фиг? Да. Тогда по аду бейте уже. Надо слить орду, да? У кого макро слетел, по так забрал. Макрос достать. Вы не расслабляйтесь, печеньку сбегитесь, пожалуйста. Грэба, подними его еще тупое. Давай потом. И да возьмите большого. Локер появилась. Странно. Там первый каст, где флаш нашим потом появляется. Я полику поднимаю. Луч. Ты лапку ему закинул? Да, да. Вынесли добав. Финма с покупки. После метеора. Лёва, на тех кинулся. Лучи. Вставай. Рыбав по ханту. Вынести говно. Мне нужен сейф. В
это мне походу того тоже. Шарь, можешь кинуть в них? КД. Вынес. Шесть так. Уже сильно. Ну а что ты хотел? Я слово закрывал. С какой ты стороны стоишь? Поползли, смотрите. Вынесли добав. Одну усуну. Нихуя. Луч. Серый, как ты упал-то? Как? Один закрывал, блядь, портал нахуй. А тучка чё? Блядь, я ж не знал, что никто не подбежит. Не успел. Ты же видел, блядь. Ну, не успел прожать. Ты можешь на сбитие костов уже приступать. Вынести. Метки на край. Станки шарим. Свечнулись метки все. Луч. Ребят, кое слетело. Я умер. Его не будет, там будет косноязычие. Хорошо. Натиск. По центру не стоять. И наркому. Что такое хил, закинь? Дим, да, хорошо. Метки на край. Лужу под метки легко, если есть. Натиск. Инспектор, очнись, ты обосрался, блядь. Нет, на край. Инспектор, сбрось, пожалуйста, обратно.
натиск. Гнев на край. Как ты меня догнал, блядь. Хотя я и не попадал никакого. Как-то да. По факту, да. Че, это затаунтишь или? Ну сейчас потом, вряд ли. Потом. Лёва, сколько у тебя ДБР? 2 плюс минус. 1 плюс 8. Раз пихну тебе и на снег. Метки на край. Все в метке абсолютно свечу. Сатаунти. Копи. Добить метки, блять. Соло разбудал. Метель вынести. Копья. Вурдалаки, почему еще живы? Луч. Натиск. Кого подымать? Нурлока. Или макроса, что ближе? Макрос лучше. Лучше макрос. Дальше. Метки на край. Саня, вставай. Геру нажми. Финус БР есть. Похуй его, гора пойдет просто проебана. Луч.
метку. Гнев 10. Вот дело пизда. Еще не готово. На, 18% я просто давать некому буду сейчас. Ложимся. Угу. Да, не дадут.